Так, краткая сестра таланта, вот сигнал. Будем кратко пытаться сегодня все делать. Что-то видосы на час, это, конечно, перебор. Надо было сначала вообще проверить. Ну, а где-то? Что это такое? Это пробочка. Окей. Мне интересно. Ложим наш кулек находок. Отключаемся. Раунд. Вторая находочка. Опять, наверное, пробочка. Ну, я куда я перекинул ее? Странно. Так, это был тренога. Пропала шляпа. Ну-ка, подожди. Что-то какой-то чахлый сигнал. Вроде как звучал хорошо. Вот оно. Что-то я понял, катастрофически маленькая. С места на место летает. Проволочка, да? Ну да, скобочка металлическая. Ладно, плохенько. Соберем ее с собой. Погнали дальше. Так, еще один сигнал. Чётенький. Блин. Ну как я так не заметил? Вот он и сигнал. Что-то я как-то даже не заметил. Если честно. Проволочка. Ладно, стол находок. Но это как бы еще не все. Или это все? Или это лопата звенела? Ну да, это все. Жалько. Сигнальчик. Проверяем. Пробочка? Да, детка. Пробочка. Ну что? Плюс один в коллекцию. Так, ну вот еще один сигнальчик. Сейчас подправим, подкорректируем наводочку. Достаем пин. Наверное, это тоже пробка. Мои любимые пробочки. Да, это пробка. Надо будет как-то потом придумать, как защитить кнопку, а то, блин, если в перчатках нажимать, на фотоаппарате кнопку заедать начинает, песок попадает. Эх, говорил мне хан, не ходи на бархане цветы не растут. Походу, тут, блин, алкаши все местные сидели. Очень на то похоже. Столько пробок в одном месте. Ну ладно, надежда умирает последней.
Где же ты, пробка моей мечты? Странно. Оно здесь? Или не здесь? Или здесь? Что-то маленькое и бесполезное. А нет, нашел. Да, это, как всегда, пробка. Алдари Спилзенес. Хорошее пиво было. Ну что, в поисках пробок продолжаем. Сигнал. Опа. Ну ладно, все понятно. Все как кулер. Да, это он. Нет, это... Это что-то уже другая история. Вот так. Как весело рыть пробочки. Что-то глубже, чем обычно. Странно. Значит, мимо. Ага, глубже. Глубоководная пробка. Или не пробка? Не, ну скорее всего пробка. Ой, нет, это не пробка, это что-то большое. Относительно. Это, наверное, банка. Да? Ладно, покопаем, хоть что-то интереснее пробок будет. Нет, это не банка. Это железяка. Раньше была полоска железная, ну, это было очень давно и неправда. Ну ладно, возьмем стол находок. Заделаем за собой ямку. Вообще, это все, наверное, да, надеюсь? Да. И выключим. Как бы совсем такое вяленькое, непонятное. Хотя нет, уже вроде как бы получше. Другой градус взял, наверное, получше. Посмотрим, что это. До этого как-то вообще вяло было. Снимем чуть-чуть. А что ж вы не жалуетесь, что вам ничего не видно? А это у нас пробка. Старая пробка. Ну что же. Лучше, чем мелкий железячки копать. Все. Поэтому, наверное, сигнал был слабее, что она уже такая совсем уже ржавенькая. Новее. Звучит получше. Или поближе. Посмотрим. Эй, тихо-тихо. Блин, опять проволока, да как я не заметил-то? Прямо на поверхности лежала.
привык полагаться на мелкий металлоискатель. Сам уже, наверное, вообще не смотрю, что там лежит. Ну ладно, погнали дальше. Так, ну вот еще один сигнал. Хьюстон, у нас проблема. Я зацепился. Блин. Ну, кто бы мог догадаться. Заметил все-таки. Опять проволочка. Сколько проволоки на пляже? Что они тут? Арматурами сетки вяжут. Что ли? Ладно. Погнали дальше. На поверхности проволоки нету, я убедился. Надо чуть пониже вроде поставить. Вот так. Вот так, точно. Идеально. Медали? А ладно, у нас есть лопата для таких мероприятий. Будем пользоваться инструментом по назначению. Ну... Что же это могло быть? А это пробка. Цесалус. Блин, у нас уже кулек из этой проволоки порвался. Фигово. Так. Да, ну уже такой неплохой стол находок. Куча пробок, конечно, но это уже другая история. Так, еще одна пробка, походу. Потерял из виду ее. Ага. Поглубже. Нет. Ну ладно. Может и не пробка. Хотя что-то вообще маленькое пропало из виду. Ну ладно, посмотрим. Пробка. Я убью тебя, пробочник. Сказочный набор пробок. Вот так вот, товарищи, теперь новая находка. Да здравствует болт. Я, честно сказать, ему чуть-чуть даже рад. По сравнению с пробками, это уже хоть что-то интересное. Новенькое, скажем так. А то уже надоели пробки, пробки. Болт, вот это я понимаю. Причем еще какой здоровый. Найс. Так. Вот болт нашел от этой башни, наверное, да? Я заметил странную закономерность, что близ воды были копеечки. А на линии, где подальше, там 2 метра уже от воды, как ни странно, люди почему-то только бухали. И ничего там уже найти интересного вроде как не получается. Одни пробки. Я уже заколебался пробки рыть. Так что я смотрю, там поле перекопали, что-то строить будут. Ну, где-то там около окей. Пойдем туда покопаем ради прикола. Для смены обстановки. Все-таки что ни говори, блин, способность металлоискателя разделять черный металл и цветной, наверное, это очень важно.
потому что этот металлоискатель вообще ничего не разделяет. И будем рыть. Я ушел с пляжа, чтобы не рыть пробочки, и теперь я рою гвозди. Так появилось другое увлекательное занятие. Что ты тут увидел? Это что такое? Ну, какой-то кусочек металла. Ну вот, что ни говори, но черный металл он роет хорошо. Видит идеально. Жаль только, нигде у меня много черного металла не валяется. Все по копейкам каким-то. Так, я перешел ковыряться на поле. Посмотрим, что здесь. Я надеюсь, сюда не забрались наши братья-алканавты. Что-то только что было и всплыло, потерялось. Ага, вон оно. Что же это? А это что тут? Большое. Относительно большое. Ну, если сравнивать относительно пробочек, то даже очень большое. Что это такое? А это цепочка. Сейчас мы обстучим. Да хер ты ее обстучишь, правда? Скорее можешь башкой постучаться. Это цепь. Ну что, неплохо. Хоть что-то интересное. Такой вот четкий сигнал, я его уже, правда, откопал, мне уже было лень почему-то. Думал, что ничего серьезного. Половинка подкова. Я так подозреваю. Очень на то похоже. Так, вот такой вот довольно-таки четкий сигнал. Да, там подальше фотоаппарат. Смотрим, что там. Может, вторая половина подкова? Что-то на поверхности где-то. Вот она. А главное, чтобы не пробки. Надоели мне сегодня уже пробки эти. Что там? Это херня, походу. Да, реально какая-то херня, кусочек железяки. Ничего интересного. Ладно. Не столь важно. Тихонечко закругляться. Так, шел. Вот такой громкий сигнал. Сейчас посмотрим, что это за фигня. И что-то опять же на поверхности. Не глубоко. А это фольга, походу. Да, это фольга. Я даже копать не буду дальше. Уже видно, что это фольга. Поэтому и сигнал такой громкий. Еще один хороший, четкий сигнал. Не знаю, что там, самому интересно. Уколола трава в спину. Вот это поворот. Ну идите вы, серьезно. Наркоманы. Делаем ставки. Еще одна бутылка.
Где она, блин? Ладно, будем копать. Похоже, что это болт. Точнее, винтик какой-то, скорее всего. Тоже черненький. Ничего интересного. Ну вот еще что-то, какой-то железяк откопал. Странную. Похоже, скорее, блин, как на пожарных щитах, таких на таких, на бугор, на таких висит обычно. Как крюк, на котором что-то висело. Ну или не крюк, фиг его знает. Ладно, дальше погнали, надо уже потихонечку заканчивать. Так, вот откопал какую-то квадратную шайбу. А как квадратная шайба называется? Сухарик? Правильно. Вот она такая вот, с отверстием. Да. И, блин, только что копал на сантиметров 30, блин, не консервную, а пивную банку. Блин, так разочарован все-таки. Металлоискатель надо брать получше. Или я такой невезучий, что нет у нас ничего дорогостоящего и крупного. Не валяется.